такой девайс, не очень удобный. На самом деле сначала очень сильно натирает ногу, но потом привыкаешь. У него вынимается батарейка такая вот, 1500 ампер. Идет запасная батарея к нему, зарядное устройство, как им пользоваться, то есть и в каких случаях его одевают. Одевают его при переходе границы Мексика-США. И, как я уже говорил ранее, это программа ISAP. Дословно она звучит Intensive Supervision Appearance Program, что означает в переводе программа интенсивного надзора. У меня сегодня будет такая вот... Это дает всем, кому одевают этот браслет, памятка на русском языке после detention центра, когда вы прибываете на границе около 3 суток. У каждого по-разному. Кого за сутки, кого за 2, кого за 3 суток выпускают, одевают вам этот браслет и желают вам счастья в этой жизни. Что в этом браслете? В этом браслете GPS-датчик. Значит, сначала вам дают радиус передвижения 75 миль от адреса, который вы указали в своей анкете в штате, в котором вы будете проживать. Затем, когда вы приходите на первое собеседование к офицеру, это даже не собеседование, это просто, так сказать, вы отмечаетесь, когда прибываете на место своего жительства, временного пребывания. Отмечаетесь, и офицер вам дает подписать бумагу, в которой он расширяет зону действия этого браслета, и она распространяется на весь штат. То есть в пределах, я в данном случае Калифорнии, могу передвигаться свободно. За штат я не могу выезжать. Если я выехал за штат, GPS-датчик срабатывает вибросигналом, и там идет звуковой сигнал, ну, что вы должны очень... быстро связаться со своим куратором, офицером, позвонить ему, объяснить ситуацию, почему это произошло. Вот, таким образом. Второй случай, когда он дает о себе знать, этот GPS-браслет, это когда емкость батареи падает ниже 25%. Это означает, что каждые 12-14 часов вы должны менять эту батарею. Там дается запасная батарея, чарджер, зарядное устройство. Вот. Мы это делаем обычно утром и вечером перед сном. То есть на целый день нам хватает этой батареи. Но если мы куда-то едем, задерживаемся, мы берем ее, естественно, запасную с собой. Вот. Если заработал у вас датчик GPS и завибрировал, и там вы услышали голос, что нужно делать. По этому браслету нужно слегка ударить ладошкой 2 раза, ну, пальцами, и тогда он перестанет, значит, вибрировать и издавать звуковые сигналы. Естественно, нужно заменить батарею, чтобы емкость вашей батареи